Немного необычное сочетание курицы и мандаринов непременно порадует гурманов. Для данного рецепта можно взять целую тушку курицы или использовать любые ее части. В любом случае получится супер. Рецепт на самом деле довольно простой и быстрый в приготовлении, несмотря на это мясо получается очень нежное, вкусное, сочное и непременно заслуживает присутствия даже на праздничном столе. Яркие фруктовые нотки придают особую нежность и немного пикантный, но приятный вкус, рекомендую попробовать. А как приготовить курицу в мандаринах, я расскажу. Подготовьте все необходимые продукты. Подойдет любая часть курицы, у меня бедро. Порубите курицу на части и сложите в глубокую миску или тарелку. Для маринада натрите на мелкой терке цедру одного мандарина и выдавите сок. Добавьте тертый корень имбиря и прогрейте смесь в микроволновке около 1 минуты. Добавьте измельченный чеснок, соль, специи и соевый соус. Добавьте маринад к курице, тщательно перемешайте и оставьте минимум на 30 минут. Форму для запекания застелите фольгой, смажьте маслом и выложите подготовленную маринованную курицу. Добавьте дольки оставшихся мандаринов и нарезанный крупно лук. Запекайте блюдо при 180 градусах около 45 минут. Курица в мандаринах готова. Положите курицу на общее блюдо, добавьте запеченный лук и дольки мандаринов. Полейте образовавшимся соком и украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!